Здравствуйте, меня зовут Марина, я живу в городе Гродно, Беларусь, замужем, у нас двое детей, старшему 12 лет, младшему 2,8, вот лет мы ожидаем третьего сына. Одной из самых главных проблем была неорганизованность. Это может показаться странным, знаю, что я в школу закончила с медалью, университет с красным дипломом, защитила кандидатскую диссертацию, стала кандидатом наук, но в обычной жизни, в быту для меня порядок дома было больным вопросом. Были определенные трудности в отношениях с мужем, со старшим сыном и в других сферах. Как-то я встретилась с системой Flylady, значит, подписалась на рассылку. Однажды подруга рассказала мне про сайт Flymama. Так как я уже была знакома с Flylady, то меня это заинтересовало, что система эта объединена здесь с темой роли мамы. Ближе познакомившись с системой, я выделила для себя такие плюсы. Во-первых, система адаптирована к нашей жизни, к нашим условиям. Автор проживает на так называемом постсоветском пространстве и знакома с реалиями нашей жизни. Во-вторых, система адаптирована специально для мам. Их критика она значительно шире, так как охватывает не только вопрос проблем порядка в доме, но поднимает значительно более глубинные проблемы, глубинные вопросы, из которых, в принципе, и проистекает порядок в доме, такие как самопознание, самореализация, отношения с детьми, отношения с мужем, с окружающими людьми. Очень интересно для меня авторская система Светланы 1+5 шагов к порядку. Принципы, на которых основана эта система, охватывают все сферы жизни женщины. Но вот этот порядок не только в какой-то одной сфере, а охватывает целый комплекс проблем, которые могут быть в жизни у мамы. Еще что очень для меня важно, что Светлана основывает свои принципы на духовных ценностях, которые положены в основу счастливой и гармоничной жизни. Светлана подчеркивает, что работа по дому, уход за детьми – это не какая-то тяжелая обязанность, тяжелый груз, а Светлана дает понять, что это может быть в радость, это может быть удовольствием, и от этого может получать удовлетворение и счастье. Важными направлениями системы Светланы является такие понятия, как выбор правильных приоритетов и планирование. Познакомившись с планированием Flymama, я поняла, что это не ограничение свободы, это, наоборот, освобождение, это высвобождение времени для нужных дел, освобождение от ненужной суеты, ненужной кутерьмы, лишних нервов. Все материалы, которые разработала Светлана по планированию, очень, я считаю, ценные, толковые, их можно бесплатно скачать и использовать в своей жизни. Хотя я только начинаю знакомиться с системой Flymama, но то, что я смогла почерпнуть, очень полезно и дает, так скажем, мне энтузиазм и надежду на то, что я смогу упорядочить свою жизнь. Я считаю, что Светлана проводит очень нужную, очень полезную работу. Она дает понять любой женщине, что в любой тяжелой ситуации, из любых проблем можно выбраться и наладить для себя и для своей семьи гармоничную, счастливую жизнь.